Неутешительная статистика. В июне число пациентов с новым коронавирусом в столице выросло втрое по сравнению с маем. Критическая ситуация складывается в больницах, куда свозят зараженных со всей страны. Об этом заявил замглавы управления здравоохранения столичной мэрии Борис Гылко. Он предположил, что реальное число заболевших выше, чем указано в официальных отчетах. Этот вопрос он поднял на заседании Мунсовета. На сегодняшний день у нас 15 тысяч зарегистрированных случаев, предположительно, исходя из которых расчетных формул, реальное число может быть в 10 раз больше, то есть можно говорить о более чем 150 тысяч инфицированных по всей стране. В Кишиневе в настоящее время официально числятся почти 2000 пациентов с COVID-19. Больные с легкой формой лечатся амбулаторно. Еще чуть более 6 тысяч человек находятся под наблюдением врачей. Это люди, которые контактировали с больными, те, кто недавно вернулся из-за границы, и те, у кого есть симптомы. На сегодняшний день в столице 2068 очагов, в том числе 107 новых. Не хочу показаться злым, но мне бы не хотелось, чтобы после сегодняшнего заседания появился еще один очаг. Замечание Гылки относилось к советникам, которые пришли на заседание без масок и нарушали социальную дистанцию. Мы являемся примером для граждан, но сами не соблюдаем правил. Убедительно прошу вас носить защитные маски, правильно прикрывая рот и нос. Соблюдайте дистанцию. Вижу, что многие коллеги сели рядом и перешептываются или говорят в микрофон без маски. По данным Минздрава, до сих пор жертвами COVID-19 только в Кишиневе стали более 150 человек.